Так, можно фонарик ваш? Так, ну вот, сразу зашел в подъезд, свой, в подвал с подъезда, вот с первого. Вот, пожалуйста, например, да, вот трубы идут у нас. Вот у нас трубы состояния, то есть все покрашены. Теплоизоляция вся целенькая. Так, фонарик такой китайский. Вот, то есть трубы, начинаем изучать. Так, это канализационная. Так. Так, там дальше труба есть. Вот, заходим сюда. Вот, это уже другую поставили станцию. По вашей просьбе, собственники, очень долго просили, потому что были перебои, явно были проблемы с ней. Никак не верили нам и хотели... Ходили, проверяли ее именно во время, когда все на работе. А проблемы были, когда все приходили с работы. Ну вот, вся изоляция. Все трубы, все целое, все промазанное. Вот. Вот вся запорная арматура. Никаких тут вообще, по крайней мере, на этом участке. Никаких проблем, чтобы здесь была ржавчина, что-то бежало, текло тут. Что-то тут было в неисправном или старом состоянии. Оборудование отличное, все стоит. Так. Вот они, ну, трубы. Все в изоляции. Изоляция не нарушена нигде. Они, конечно, могут пугать, они скажут, да что вы такое говорите, ведь это коммуникации, с ними шутки плохи. Вот смотрите, все сделано как надо. Вот эту трубу, которую они поменяли, они ее покрасили, молодцы. А тогда, в прошлый раз, она почему изгнила, это была их ошибка. Они ее заизолировали, холодную воду, и она конденсировала под этим утеплителем и сгнила быстрее, чем все остальные трубы. Теперь они этого ошибки вот исправили. Вот трубы наши. Так, вот смотрите, узел еще коммуникационный. Вот, запорная арматура. Что здесь менять? Вот что здесь менять? Они вот сейчас все это вырежут и выбросят на помойку. С нас возьмут огромные деньги и все то же самое, а может быть еще и хуже качеством, сюда поставят. И втридорога, потому что какие сейчас цены на запорную арматуру, на трубы и на все остальное, это вообще... Все в хорошем состоянии. Но вот здесь заснять... В целом невозможно, потому что наш председатель не хочет сделать освещение в подвале. Вот просто не хочет и все. Хотя здесь самые главные дорогостоящие коммуникации. И почему-то у нас здесь темно, как у негра в заднице. Вот эти, вот они заменили трубу, вот эта нижняя и вот верхняя. Они их покрасили, молодцы. Теперь они их уже не стали заворачивать. Вот. Ну что показывать, я не знаю. Вот. Вся изоляция, все целое. Они хотят это все вырезать и выбросить на помойку. А может быть себе на дачу. Но на дачу у них уже не получится. Потому что мы уже за этим сейчас стали следить. Вот, даже скотчем все. Все промотано. Ну, я думаю, вот здесь вот окно, Не знаю, может, коты здесь любят сидеть. И они вот эту изоляцию разодрали, наверное. Ну, намотать изоляцию. 3 копейки будет это стоить. 3 копейки. Все остальное покрашенное
смазано, утеплено. Явно не требует капитального ремонта. Явно. То, что трубу они нам сгноили сами же по своей ошибке, вот они уже поменяли. Больше здесь менять нечего. Я думаю, еще долгие годы. Ну, потихоньку выменивать. Ну, а что? Она скажет, председатель, начнет кричать. Да ты что? А если зима? А если что? Ну, так мы вообще-то оплачиваем. Есть аварийная служба. И случится может все что угодно. И с новыми трубами. Кстати, это и было. Когда они нам поменяли эти трубы, была авария, я сам вызывал. Шумела в подвале вода, и исправили это все. Ну вот, все покрашено, все сделано, вот запорное, все. Так что, друзья, уважаемые соседи, принимайте решение сами, конечно. Вот пол подвала я, наверное, прошел. Вот, смотрите. Согласны вы это выкинуть все на помойку или не согласны? А может быть, мы все это, эти денежки нам удастся с вами входные группы сделать красивые и сухие, а потом уже и в подъездах ремонт. А может быть, и на то хватит денег, мы еще не знаем, на какой сумме идет речь. Так что все эти манометры, все это градусник, вот это градусник Цельсий 40, все как новенькое, насосы стоят. Ладно бы, если действительно тут была бы страшная какая-то картина. А нашему председателю, это управляющая компания, наш председатель... Глубоко пожилой человек, бабушка Божий одуванчик. Она не может никаких принимать решений подобных. Она, во-первых, не понимает в этом ничего. А во-вторых, человек преклонного возраста. Явно, что ей она далека от этого уже всего. Вот, смотрите, вот они, трубы все идут. Что тут? Не увидел я ни одной гнилушки тут какой-то. Так, сейчас, вот они, все ваши стоячки, вот оно, все ваше тепло, все покрашено, все заизолировано, все блестит. Там то же самое. В подвале сырости нету. А нету ее, потому что здесь все сухо и комфортно. Вот. Вот. Пожалуйста, смотрите. Окна открыты все, правильно. Все, молодцы. Все подписано, бирочки висят. Но что тут вырезать? Что здесь они хотят менять? Обслужено здесь все хорошо. Все сделано. Вот, смотрите, изоляция, да? Если она даже оборвана, труба внутри покрашена. Никакой ржавчины, намека нету. Работникам большое спасибо, что они содержат и ухаживают за этим по-честному все. А вот наша управляющая компания нечестно, либо недобросовестно себя ведет. Ну и ладно с управляющей компанией, это ее дела, а наши-то дела, деньги-то наши. А наши дела направить ее, чтобы все было добросовестно, чтобы все было
в нужном русле направлено. Вот. Кроме нас, этого никто не сделает, никто не решит. Все срежут, все выбросят и сделают то же самое, а может быть хуже. Ну вот и подвал закончился, в общем-то. Все. А мы здесь, да, будем выходить? Все. Тут выходим, да, товарищи? Ага, ну все, я пошел наверх.